Всем добрый день уже. Доставки сделали. Монтажники работают. Цех работает. Все отлично. Много. Хочу несколько ответить коротко и ясно на вопросы. Из регионов. Первый вопрос, самый такой у всех наболевший, что УВА у нас дорого, и мы купим на месте. У нас на месте дешевле. Отвечу просто. То есть тут два варианта ответа. Если вам нужен функционал, пожалуйста, берите. Итог, образно говоря, такой. Это только поликарбонат. Про каркасы молчу. То есть цена заключается, когда вы выбираете на месте, вы не можете сравнивать то, что не можете сравнить. Тот же поликарбонат, смотрите. Поликарбонат сейчас хороший, поликарбонат в хорошем качестве. Начинает цена минимум от 3,5 и до 5,5 тысяч. То есть в основном тепличники предлагают за 2000 закладывать цену от 1800 и там 2,5. Который до Нового года стоил 1000-1200. То есть это жесткий эконом-сегмент. Потом по каркасу. Как вы можете сравнивать несравнимое? То есть, например, оцинкованную трубу с полимерной порошковой покраской. Или, например, просто оцинковку. Это две больших разницы. Это как машина. Вон, видите, BMW стоит. Крашеная? Крашеная. А если бы она просто ездила в металле? Есть разница? Есть. И вот с теплицами то же самое. То есть люди как кричат дорого, не разобравшись в вопросе. Я вам всем рассказываю, что у нас качественная продукция заключается в том, что мы используем толстостенную, профильную, оцинкованную, как еще и называют конкуренты, стальную трубу, что на самом деле является, потому что это стальная труба с гальваническим покрытием и с цинком, и внутри, и снаружи, делаю вам замечание, и покраска полимерно-порошковая, еще дополнительная защита от коррозии, от ржавчины, создание красивого внешнего вида. Вот вроде бы все. Тут и не надо кричать, что что-то дорого. Я также могу прийти в Porsche и сказать, за 14 миллионов Porsche Cayenne дорого. И пойду куплю. Вон, ездил сегодня на Ларгусе. Ничего страшного. Это же функционал. Колеса возят, жопу таскает. Поэтому, если вы хотите хорошую, качественную теплицу купить, это, естественно, там. Если вы хотите купить функционал, купите в своем городе. Их миллион. Производителей местных, не местных, залетных и так далее. Вот, видите, у меня две ласточки. Это по работе, это по делам. Вот и все. Также вы можете себе приобрести для удовольствия теплицу или просто для функционала, чтобы что-то там росло. У нас, видите, пасмурные тучки. Сегодня понедельник, день. Сегодня человек проехался по всем. Все молчаливые, молча ходят, угрюмые какие-то. Радуемся жизни, друзья. Радуемся. Все прекрасно. У нас все растет по новой. Тын-тын.